семьи. Сейчас уже у нас обитель закрыта. Кельник находится в здании офиса администрации острова и офиса администрации митрополита. Сегодня нам повезло, дорогие друзья, потому что эта икона, чудотворная икона, она была привезена из России, икона животворящего источника, Божьей Матери животворящего источника. Сегодня праздник у этой иконы, поэтому она украшена в цветах. Эта икона очень сильная, она помогает не только людям, но и целым городам она помогала. Поэтому вы можете подойти к ней, поклониться и попросить. Она вся буквально увешана золотом. Обратите внимание, золотые кольца, подвески, цепочки, украшения, сережки. Все это дары тех людей, которым она помогла. Икона очень сильная и одна из самых значительных на острове Гидра. Российская икона 18 века. Она была привезена монахинем из Константинополя. Это главный икон Успения Божьей Матери, является держительницей острова Гидра. Недавно был праздник 15 августа, День Успения Божьей Матери. Очень часто эта икона выводится в разные города Греции, потому что она сильная, чудотворная икона. У нее есть своя легенда. Когда-то пираты украли эту икону, не зная об ее ценности. Они напали на остров Гидры и разграбили его. И взяли на борт пленных жителей острова Гидры, гидрейских аристократов, и пусть добрались века. И вот этот икон. А этот икон добрался правильно в дерево. И они использовали эту икону, как они кололи, там, резали, да, вот доску для того, чтобы колоть. И вот кололи орехи. И когда они открыли свои гидры на пути, словно Египта, в море, зазил страшная буря. Когда прогневалась икона, и говорили, Боже мать, мы до сих пор не знаем, почему он завзял бой. И корабль стал тонуть. И пираты в панике стали просить помощи у гидрейских аристократов, которые были на борту корабля, пленные, спасите нас, что нам сделать, чтобы спасти, потому что гидрейцы были очень искусственными плавать. И тогда гидрейцы просили отдать нам нашу обратную икону. Вот эту, самую главную икону острова Гидра, она считается чудотворной. Пираты не захотели ее отдавать, и разломали ее куски и выбросили за борт. Как только икона упала в море, море успокоилось, воцарился